Австрия и Ульяновская область успешно сотрудничают не первый год. Так, за первое полугодие 2020-го внешнеторговый оборот региона с Австрийской республикой составил 298 тысяч долларов. Из страны в регион импортируют изделия из камня и кожи, электрические машины и каучук. На внешний рынок также уходит множество товаров ульяновского производства. Это мебель, автокомпоненты, стройматериалы и многое другое. Для нас Австрия – это не просто как отдельный регион, это, безусловно, часть Евросоюза, и наша стратегия с точки зрения внешней торговли связана с присутствием на всей территории Евросоюза и категории тех товаров, которые сегодня успешно мы уже продаем по всему миру. А, напомню, за 2019 год объем экспорта Ульяновской области составил более 1,5 миллиарда долларов США. В посольстве Австрии в Москве ульяновцы во главе с губернатором представили инвестиционно-экономический потенциал, рассказали о преимуществах и возможностях, которые предоставляются в Ульяновске зарубежным партнерам. В первую очередь это касается размещения в регионе новых предприятий. Нам в первую очередь интересно компании, которые могли бы прийти в сферу машиностроения, в сферу туризма, агропромышленного комплекса, переработки природных ископаемых. Стороны договорились о гастролях Ульяновского симфонического оркестра «Губернаторский» в Австрии. Также обсудили возможность присоединения австрийских коллег к строительству современных горнолыжных комплексов в Ундерах и Сингелее. Анна Тищенко, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ из Москвы.